Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Ben & Ed. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, если вы, конечно, будете кушать, потому что в этой игре... Ух, ну бывает жестяк на самом деле, как зомби пробегают по этим всяким различным ловушкам, отрываются у него там все. Не особо приятно, правда. Но игра заходит, игра вам заходит, меня это радует. В общем, друзья, мы остановились с тобой на 8-м эпизоде. Вот, мы даже бонусный прошли, меня это радует. Всего уровней 23, но мне кажется 24. Видишь, прям такой выключенный экранчик, но он... 100% включится этот мониторчик. 8-й. Кушай, кушай, кушай! Да, приятного аппетита. Ой, блин. Оу. Фига тут биток какой. Слушай, музыка, наверное, крутая. Так. Рандерс, психопат. Так, нам надо было выждать момент. Сейчас аккуратненько. Шоу должно продолжаться. Жесть, ты просто посмотри на это. Они что за... Они наблюдают за мной. Это жестко, это жестко. Вот это рожи. Как будто маньячелы, да, такие? Кто-то там на заднем плане бормочет. Да боже ты мой, охренеть. Мы что, сегодня вообще этот уровень не пройдем? Да что это? Что мне? Погоди, ты споткнулся? Или что? Нет, это мы с тобой на пробел нажимаем и быстро... Тихо, стой, ой, красавчик, молодец, 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 молодец. Стой, аккуратно, аккуратно, бро. Оп, фух, мы это сделали, yes! Охренеть! Нам нужно туда, ребята, попа... Так, ну ладно, нормальненько нас в лепешечку уделала. Бен, давай не позор... Не позорься перед всеми! Соберу... Смотри, чувак, как будто с таким клоунским носом, но на деле у него вон такой вот нос. Эти звуки меня уже начинают раздражать. Ля, ну меня вообще это напрягает, а? Нет! Почти, почти мы с тобой прошли. И вот в итоге вот такая вот байда. Капец, они там звуки эти издают. Так, смотри, а тут тоже какие-то были дорожки. Хм... Давай, дядь, открывай свой здоровенный рот. Хочет сожрать нас. Да это жестко, это правда жестко. Черт, чуваки, ну... Блин. Ад настоящий. Для Эда. Оп. О, какой я аккуратный! Ну, почти, почти. Ладно, чекпоинт у нас здесь есть. Охренеть. Ну и уровень! Да что ты будешь делать? Спокойно, не... Да мать твою! Блин! Ну ладно, хоть консерву собрали. Па-п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 а
Ох, есть! Отлично, восстанавливаемся, пацаны. Охренеть! Блин, это реально пугающе! Так, к нам вниз. Ого! Ты серьезно? Вот это жутко!
Блин, эти головы еще летающие. Как какой-то кошмар, правда. Так, во, отлично, отлично, друзья. То есть нам потихоньку вот так вот надо сделать. Делать, сделать. Куда дальше? Я что-то не особо вижу. А, вот. Он жив? Нет. Не особо. Как-то туловище там только осталось, и все. Нам самое важное — это голова. Без головы будет хреново. Так, погоди. А, кстати, так можно... Стой! Ну вот... Ой, Бен... Ой, как... Да ладно, нафиг! Серьезно? Бывает и такое, друзья. Бывает и такое, правда. Ой! Сейчас, прикинь, бы перепрыгнули бы. А вот это уже что-то... Ага, тут у нас... Такая вот дорожка опасная. Черт, очень опасная дорожка. Так, понял. Давай, братан, ползи. Что делать-то? Все, мы практически прошли этот уровень. Замечательно. Правда, не особо много собрали, но... Ты говнюк! Да какого ж фига-то ты такой творишь? Нет, все, мы уже не успели, надо ждать. Ну как такое вообще происходит, а? Нетерпеливый, нетерпеливый я. Вот. Ёкарный бабай, все, дальше мы не доберемся. Там мы могли бы, в принципе, допрыгнуть, но я... В общем, пропопуасил немножечко. Ой. Может, сейчас можем? О! Опа! Ни хрена себе, красава! А где мальчик? Мальчик, это верните! Куда? Где мальчик, ёкарный бабай? Он только что там был. Пожалуйста, пожалуйста, Бен, давай, вперед. Ох, блин, не дай бог. Ох, красавчик, ты сделал это! Фу, время 7? 7 минут я это проходил? Я в шоке. Нет, ну я в шоке, правда. Это когда ж мы будем все это... Оу. Та-та-та, так, надеюсь, копирайтов нету, я буду вот так вот говорить. Ущит. Капец. Да ты посмотри на это, блин. Так, пам-пам-пам. Нам надо добраться до туда и чисто вот... Ага. Так нет, ну это вроде как легко. Блин, есть проблема. Ладно. Так, чекпоинт, чекпоинт. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тут, видишь, есть маленькие проблемки. Специально-специально так делают. Чекпоинт. Все, идем дальше. Пам-пам. Так... Ой, 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 охренеть. Ну капец просто, кто это придумал, охренеть. Вот этот мужик жирный, здоровенный, а. Ну блин, и музыка-то такая прям. Жесткая. Тихо. Ага, как хорошо. Блин, ты серьезно? Мы чуть-чуть не добрались. Просто чуть-чуть. Так.
Да говно ты, вонючий, ёкарный бабай! Так, тихо. Да ты, мать твою! Прям нарастает музыка! Так, молоточек. Ох, отлично, ребята, отлично. Да, чекпоинт есть. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что тут. Они... Кубики падают, да? Да, похоже, кубики падают там. Офигеть, это как вот Fall Guys. Fall Guys сейчас такая фигня есть. Ну-ка. Походу, мы не туда пришли. Нет, смотри, кубики не падают. Хорошо, это мне нравится. Офигеть, как темно и непонятно. Ладно. Блин, офигеть. Только там уже все видно, просто единственное. Так, я, по-моему, увидел, что... Да, но нам надо... Сейчас вот сюда вот идти. Пересрался я, конечно. Конечно! Ну, конечно, блин! Ого, ни хрена ты каскадер, блин. Так. Опа, аккуратно. Да, мы можем, конечно, тут по-медленному идти, но... Фух. Да, вот так вот. И опять дальше такая вот фигня происходит. Серьезно? Кубы падают. Консервы и фиг соберешь. Но это специально все сделано. Нет, мы не отвлекаемся, ребят, пофиг. Я ну тут заберу. Да какого ж хрена-то, блин? Не слушай, ну что это такое? Что это за фигня? Сосранцы, а? Грязный куб обманул меня. Все, я больше не ведусь на эту провокацию. Кубы падают, хрен с ними. Мы продолжаем свой путь. Ну, не дай бог, а сейчас что-нибудь... Фух! Так, чуть-чуть усложняется. Охренеть, я бы не сказал, что чуть-чуть. Не дали мне там забрать. Да вы офигели совсем, что ли? Кто придумывал это? Шоу! Назад, конечно. А прикинь, сейчас все сначала. Ля. Ну, наконец-то. Что тут за фигня?
Свинка Пинс. А музыка меня больше всего бесит, то, что она такая драматичная. Какого фига? Да сратый ты молоток. А, нельзя так подождать, ребята. Все равно по балде получил, а? Нормально. Ой, я не могу, я не успеваю. Слышь ты, я не успеваю, блин. На одной ноге попробуй, блин. Прям молотком по роже. Так, вот тут смотри, как надо, ага. Ладненько. Побежал, побежал, побежал. Меня уже ты бесит, игра просто. Это ад. Охренеть, я, наверное, попыток 30 сделал, чтобы это пройти. Серьезно, без музыки. То есть музыка очень сильно меня напрягала. Ладно, сейчас можно включить, давай. Капец. Я офигею просто. Ой, замечательно. Там-там-там-там. Да, мы прошли этот уровень. 13 минут 25 секунд. Боже ты мой, да вы серьезно, что ли? Что? А, 120 банок надо еще было собрать. Лазер кат. Давай, давай, дядь. Ой, меня сейчас не испугать ничем. Наверное. Ага, они еще и включаются, выключаются, ни хрена. Себе. Лазер-дром. Пошел, 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 пошел. Давай, давай, братан. Аккуратней ты на поворотах, ёб твою дивизию. Есть, 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 есть. Красавчик, давай, давай, аккуратно зажигай, охренеть. Фу. Блин. Ну слушай, каждый раз все хуже и хуже испытания. Я боюсь предположить, что там дальше-то будет. Да прыгай! Я же хотел прыгнуть своей головешкой. Ну конечно! Чика-пау-пау-пау, чика-пау, чика-пау. Капец, мы дотоптались до чекпоинта. Лично, блин, бедный Бен. Ой, Эд. Охрененно. Ох, нифига себе мы... Ну, это было забавно, кстати, реально. Тут
Маневрируй, маневрируй! Красавчик, молодец! Молодец, блин! Нет, там ноги нужны, брат. Какая напряжная прям. Да уже не к чему клеится, цепляться-то. Только не просри в этот раз. Так, отлично. И что это значит? Спокойно. Я так понимаю, да, открылось. Все хорошо. Вот я испугался, что опять надо будет. Ой, бесит это, блин, меня. Ай-я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 й
А, мы можем, погоди, стой. А, нажать на кнопку так не получится, наверное, но я попытаюсь, друзья. Куда ты пошел? Я не то хотел, друзья, я не то хотел сделать. Красава, красава, молодец. Вот это я понимаю. Мы не стали там оббегать все. Мы чисто просто-напросто надурили систему. Ой, дядя, ну давай. Зажигай. Блин, я думал, нас уже не остановить. В итоге нас остановить еще как. Спокойно. Мы прошли этот уровень всего лишь за 5 минут. Красава, красава, молодец. Похвалил себя, никто не похвалит. Друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Мы молодцы. Чуть позже мы с тобой бонусный уровень, конечно, посмотрим. И это, блин, офигеть, мы раз, два, три. Три уровня только прошли. Это капец, это капец. Это сколько же выпусков-то можно пилить и пилить. Ё-моё. Но на этом пока что все. Спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.